успех и что удача. Они, по сути, ничего не значат. Блаженны, кому Господь послал с небес дар музыки и дар самоотдачи. Добрый вечер, дорогие друзья! Начинаем концерт отдельного военного образцово-показательного оркестра Министерства обороны, посвященный юбилею начальника военно-оркестровой службы, главному военному дирижеру вооруженных сил, заслуженному деятелю искусств Республики Узбекистан, полковнику Павлу Макарову. Петр Ильич Чайковский. Торжественный марш.
заместителю министра обороны по воспитательной работе полковнику Хамракулову. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия. Сегодня день рождения полковника Макарова Павла Леонтьевича. Павел Леонтьевич у нас в армии уже 42 года, из них в 1987 году он является руководителем этого прекрасного музыкального военного коллектива. За это время в основном его руководящая должность и деятельность, в основном он осуществлял годы независимости, и он как руководитель смог сохранить хорошие традиции, добрые традиции, не только и славные традиции этого образцового военного оркестра. Оркестр под его руководством, значит, гастролировал во многих странах, в том числе в Соединенных Штатах Америки, и в Германии, и в других европейских государствах, где вот это искусство, военное искусство, культура наша была отмечена вот зрительской симпатией и почетными местами, призами. Кроме этого, Павел Леонтьевич награжден указом президента Республики Узбекистан орденом Дуслик, он еще заслуженный деятель культуры Узбекистана. Вообще прекрасный человек, профессиональный военнослужащий, воспитал многих военных музыкантов. Благодаря его стараниям, его принципиальности, его позиции, значит, личный состав до сих пор не меняется в количестве. Значит, повышается постоянно качество, профессионализм наших военных музыкантов. И он огромный внес вклад, конечно, в укрепление морального духа нашей армии, всего личного состава, созданием новых военных маршей и других музыкальных протеклей. Я от имени министра обороны Республики Узбекистан, от имени начальника Генерального штаба сердечно поздравляю полковника Макарова с днем рождения. Его, учитывая его большие заслуги, его высокий профессионализм, руководством страны, его сверхпредельного возраста, значит, два раза продлевали, значит, его военную службу, нахождение в армии. Значит, полковник у нас служит, согласно нашим законам, до 50 лет. Вот, несмотря на это, вот, учитывая его любовь к военной музыке, любовь к нашей родине и к своим обязанностям, ему продлевали два раза. Таких примеров единичные такие примеры. Поэтому позвольте, я прочитаю приказ министра обороны. Приказ министра обороны Республики Узбекистан номер 262 15 мая. О поощрении полковника Макарова Павла Леонтьевича. Полковник Макаров Павел Леонтьевич за время службы в должности начальника военно-оркестровой службы Министерства обороны внес большой вклад в создание военно-оркестровой музыки, повышение исполнительского мастерства военных оркестров, пропаганда военной духовой музыки среди военных служащих и членов их семей, патриотическое и духовно-нравственное воспитание личного состава, повышение их духовного и культурного уровня. Полковник Макаров является высококвалифицированным и профессиональным специалистом военной музыки, участвует во всех государственных практиках и встречах государственных деятелей, осуществляя руководство военными оркестрами в воинско-частевых учреждениях. Он написал более 50 музыкальных произведений, которые звучат не только в исполнении военных оркестров в воинско-частевых учреждениях, но и в исполнении профессиональных музыкальных коллективов, а также в образовательных учреждениях, организациях и предприятиях республики. За большой вклад патриотического и духовно-нравственного воспитания личного состава, добросовестное исполнение служебных обязанностей в связи с 60-летием со дня рождения и выходом в отставку приказываю наградить полковника Макарова Павла Леонтьевича ценным подарком телевизором LG. Министр обороны Республики Узбекистан генерал-майор Бердиев. Памятным знаком за безупречную службу в вооруженных силах Республики Узбекистан.
начальника обменного штаба генерал-майор Костян. Гражданно связано от моего имени вот такая грамота за безупречную службу в рядах гражданности, за долгую службу. Музыка Павла Макарова. Слова Искандера Рахмона. Мукаддас Тюгу. Исполняет заслуженный артист Узбекистана подполковник Барак Хакимов. Сложные инструменты, потому что
духовой оркестр – это скелет вообще музыки. Если мы скажем струнный инструмент и скрипки – это душа. Деревянный, а вообще духовой оркестр – это скелет, который держит музыку. Я вот сейчас, когда Павел Ильич играл торжественный марш Петру Ильичу Чайковскому, я сейчас представляю, это 12-й год Петру Ильичу Чайковскому, торжественная увертюра, где начинается вот это трубы, фанфары сочные, которые и концовки проводят славься. Это великий, который создает духовой оркестр. Сейчас я представляю это создание Верди, Отелло, где на сцене играет, Аида на сцене играет, Пико и Дамы, где на сцене духовой оркестр играет, потому что это великие силы духового оркестра, это дух, ритм современности, это духовно воспитывает, патриотизм воспитывает. Я просто, у меня слов не хватает, Павел Леонидович, мы очень любим. Сейчас я слышал, что Павел Леонидович 60 лет уже отставки. Музыке 60 лет. Настоящий человек искусства только начинает работать, потому что я без Павла Леонидовича я не представляю нашу узбекистанскую духовую оркестр, потому что это человек основа духового оркестра. Он глубоко знает, он прекрасно оркеструет, прекрасно создает. Thank you.
сержантом Бахромом Махмудовым. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемый Павел Юрьевич. Разрешите предоставить сейчас слово от имени нашего коллектива начальнику и художественному руководителю нашего ансамбля, заслуженного артисту Узбекистана, композитору, подполковнику Шухрату Дадачанову. Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Павел Юрьевич, наш ансамбль и оркестр долгий лет уже сотрудничает в искусстве и много концертов, много торжеств, много праздников мы проводим вместе. Но свои пожелания, Валенчик, я, мне кажется, сейчас Бахром прочитает и будем вместе. Прошу. Начальнику военно-оркестровой службы Министерства обороны Республики Узбекистан полковнику Макарову Павлу Леонтьевичу. Уважаемый Павел Леонтьевич, от имени художественного коллектива Центрального ансамбля песни и танцев вооруженных сил Республики Узбекистан искренне поздравляю вас с 60-летием со дня рождения. Вы всегда отличались высоким профессионализмом, примерностью выполнения воинского долга, умелым и творческим подходом к порученному делу, высокими моральными и человеческими качествами. Вы являетесь высококвалифицированным и профессиональным специалистом военной музыки. Вы внесли большой вклад в создание военно-оркестровой музыки, повышение исполнительского мастерства военных оркестров, пропаганду военно-духовной музыки, военно-духовой музыки среди военнослужащих и членов их семей, патриотическое и духовно-нравственное воспитание личного состава. Уважаемый Павел Леонтьевич, желаю вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в личной жизни и творческой деятельности на благо развития оркестровой музыки военно-оркестровой службы Министерства обороны Республики Узбекистан. Начальник художественного руководителя Центрального ансамбля песни и танца вооруженных сил Республики Узбекистан подполковник Шухрат Дадачанов. И, пожалуйста, получите наши искренние пожелания, поздравления. Слово для поздравления предоставляется руководителям музыкальных учебных заведений. Николай, нормально? Альма-матер, как говорят, это абза на тебя. Ты, как абзы, вместе с моим именем окончил и служа поступили на факультет. И оттуда, собственно, корни этого дирижерского мастерства и музыкального профессионализма. Поэтому я за то, чтобы такие связи были у нас все время крепкие. Они существуют и поныне. Ну, хотя бы потому, что когда-то он был в Ленинском училище, мне пришлось там быть военным дирижером. Когда-то в Хамзе он учился, мне приходится, и до сих пор я работаю там педагогом. Кроме того, много коллективов, в том числе солистов, оркестры Министерства обороны прошли полный курс училища Хамзы. И сейчас, вернуться в этом году, у нас выходит, выпускается один из коллективов оркестра Министерства обороны. Поэтому я за сотрудничество, за продолжение этих контактов, с пожеланием, конечно, здоровья и творческих успехов в твоей дальнейшей жизни. Как сказали здесь, 60 только раз сверху, вы можете. Я это по себе тоже знаю. Будь здоров, всего доброго. Это персонально, как
ветеранам военно-оркестровой службы Рева Марковича Петрова и меня, чтобы когда-нибудь за чашкой чая вспоминали наши. Разрешите от имени коллектива нашего педагогов, учеников поздравить вас с такой знаменательной датой, пожелать вам, все эти мои пожелания написали, самое главное, крепкого здоровья, будь долго нужным Узбекистану и нам. Наши двери тоже для тебя для вас открыты, если хотите поговорить, если будем продолжать, пожалуйста, продолжайте наши лица. Здоровья вам! Я вспоминаю, как мы во главе Павел Леонидовича готовились в Чехословакии с музыкальными нашими детьми. Конкурс был в Австралии. Павел Леонидович нас учил и шагать, и пиле, и его аранжировки, его машины. Так сыграли, что там в Чехословакии все на ушах стояли. Нам дали по пиле маршу. Главный, гран-при. На сцене мы играли, как сейчас Абулаев вспоминал, Бибакова, там Юмочку, только он такой попури сделал. Там и нагара, и канна, и все. Я это очень помню. Это действительно человек большой такой. Музыкант и человек, и трудник. Я вас искренне поздравляю. Сегодня. Уважаемый Павел Ильич, разрешите прочитать наше поздравление. Уважаемый Павел Ильич, администрация педагогический коллектив государственной специализированной музыкальной учебно-образовательной школы интернат при Министерстве народного образования Республики Узбекистан поздравляет вас с 60-летием. За все эти прошедшие годы вы вписали и оформили золотые страницы музыкальной жизни в нашей стране. Ваши педагогические умения в течение всего периода жизни воспитало огромное количество учеников, имена которых широко известны в музыкальном мире. Дорогие товарищи, недавно нас постигло такое нехорошее известие, что наши ряды покинул известнейший тоже человек, полковник Григорий Иванович Терзянов. И сегодня мы вспоминали его. Наш коллектив подготовил новую музыкальную композицию, которая будет звучать впервые, премьера. Музыкальная композиция для трубы с оркестром из репертуара популярного трубача-исполнителя Артура Сандовалова. Соло на трубе исполняет концертмейстер оркестра Инара Сандиаров. Соло на саксофоне сержант Абдугарин Мухамедов.
Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас прекрасный день. Юбилей талантливого человека. Человека, который всю свою душу отдал музыке. Который дал радость людям. Который воспитал много прекрасных музыкантов, дирижеров. Слушая его музыку, хочется жить и творить. Павел Ильич, большое вам спасибо, что вы в трудную минуту нас поддержали и посвятили нашему учителю это произведение. Мы это никогда не забудем. Павел Ильич, коллектив руководства и коллектива отдельного русского показательного оркестра Министерства внутренних дел поздравляет вас с юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов. Дай Бог, чтобы вы всегда были здоровы. Дорогой Павел Иванович, наш коллектив точно знает, что незаменимые люди есть. И вы один из них. Мы вас поздравляем, мы вас любим, мы вами восхищаемся. Большое вам спасибо за ваше творчество. От имени руководства оркестра Ташкентского высшего технического училища хочу вас поздравить с вашим юбилеем, пожелать всего хорошего, а также выразить на наше уважение и почтение к вам и к вашему творчеству. С днем рождения, Вахарин. Молодой Муратов Максудов. Моя любовь — это популярного музыкального композитора исполнил лауреат международных конкурсов Мария Макарова. А по совместительству, по секрету я скажу, что она единственная и неповторимая невестка Павла Макарова.
приглашается народный поэт Искандар Рахмон. Ассаламу алейкум. Здравствуйте, дорогие соотечественники, глубоко уважаемые. Мой друг, товарищ, брат, наставник, полковник Павел Леонидович Макаров. Мы с вами сотрудничаем более 20 лет, и за это время создали немало хороших, популярных маршей военно-патриотического воспитания. Я благодарен вам, что судьба меня связала с вами. В этот счастливый, прекрасный день я вам желаю всего доброго, пожелания. Я написал небольшое приветственное стихотворение ваш адрес, хотите прочитать. Я думаю, вы его без перевода поймете. Харбин маршал, маршал. Гузардер, бах, хиабан, гузар, фаварабан. Очеляр твой тантанар, чарлау, фанфарабан. Киин чунар харьянны, карне, сурмай, намасы. Ohangamos yenmeydi jangovar marş sadası cesaretge, mertlikge, çağraydı bu tarana koşun tutup kaddi az adım taşlar mardana gurs gurs kadem zerbiden keler yed kök lersege kan yibleydi eminler var kalıp bu lersege tantana var yenmese jangovar tüy hemişe Yoldan kaldı ten bulgey biz ki ahke gereşe İsmimizde, sarhatte, kundu agam bulamız Cor bulup ki koşukta küçük vakke duramız Zira makamet dersin bizge birer makamet Sihirli tayarına arkeşlerine başlarım Harbi marşlar marşarı Üstaz Pavel Makarım Arkeşlerine başlarsa kitar birden yaşarım Zira onun ozu hem orkestrinin can tanı Harbi küyü marşıda vardır onun can tanı Cesaretge, mertlikge, ruhlandıran küyleri Harbal biter yüksekge onun arzu boyları İsterdik ki cengavar, ruh, keyfiyet var olsun Berkemizde ahmet yar, yollar küyü har olsun Cerengesin el yurtta, kerneyiz durmayı nevası Unge bolsun coravaz harbici küy sadası Yengi küy marş veresin Coşup kaybın makarı Yüz yaşakar yursun bu Yengemizle koşakar Rahmat davran, sen mazmur kızlarız çöpü А сейчас прозвучит еще одна музыкальная композиция, популярная музыкальная композиция Генриха Хемпбока «Хамелеон».
И мы тоже подготовили музыку. Посвящаем вам, Павел Юрьевич, из популярного певца, знаменитого Фрэнка Синатры, «My Way», «Мой путь». И еще, пожалуйста, чей Матис 25-21, пожалуйста, там загородили, просят убрать. Сотрудники ГАИ. Ноты не можем найти. На память не могу. Я не дорос еще до уровня полковника Макарова. Все, библиотека уже в этом. Мы пригласили дирижеров всех наших зданий гарнизонов. Вот похоже, что кто-то уже. Слышится не только на территории республики нашего государства,
но и во многих странах мира. Что мне хотелось вас пожелать? Пожелать никогда не убивать. 60, я думаю, что это не возраст для мужчин. Правильно? Как вы считаете? Поэтому от всей души вам большие слова передать от имени министра обороны. Пожелать вам творческого успеха, создания новых произведений. Дальше продолжайте воспитывать наше подрастающее поколение, чтобы они были достойны наследники вашего внука, продолжал радовать всех нас не только каждый вечер, да? Но и каждый месяц, и каждый год. И она распространялась не только в Узбекистане, но и в других странах мира. Спасибо вам за ваше творчество, за вашу службу, за чистое и доброе сердце. Посвященную нашему любимому юбиляру Павлу Макарову. И в конце еще одна музыкальная композиция, которая называется «Все для вас». Концерт «Вилар», отрывательный Зулхумар Ханым, Абаева.